Матея,
Выдвоем сюда, на колени, вы там, вы там, вы там. Так, раз у нас самбо, и там у нас, кажется, почему-то есть соревнования по грэпплингу. Ну, мы по самбо. На колени. Удержание 10 секунд, 2 балла, 20 секунд, 4 балла. Когда вы делаете удержание, соперник хватает ногу, крестит. Даже на туловище крестит двумя ногами, он не должен, может крестить, но не должен сжимать это. Замечание могут дать. Значит, я прижался к нему, нахожусь между ног, захватил этот шею, этот прижался к груди, то есть в ладони проходит, считается удержание. Где хочешь, справа, слева. Вот только я не знаю, спиной. Никогда не видел по самбо, чтобы спиной держали. Со стороны головы, верхом, справа, слева, бока, между ног. 2 балла, 10 секунд, 4 балла. И все. Если у вас было 2 балла, вы еще удержали, вам добавляют. И все. То есть только 4 балла было. Болевые. Ну, на кисть нельзя. Здесь выпрямляем и пузырь. Чик, сюда, сюда. То есть вот здесь вот сюда иногда пропускаю, но в принципе нельзя. Вы находитесь между ног, раз на колено наступили, хап, и растяжку ему. Идет на колено, лежит на животе, вы ему раз сели, хоп, сгибаете. Нельзя в сторону уводить, то есть колено на стопу, раз, два. А вот, например, сбоку за пятку сюда, не, то есть стопа не должна уходить в сторону, колено в сторону, они даже на разгиб идти. Удушающих нет. Готовы? Боремся. Лоптаемся. Что, не слышали никогда такое слово? Еще Дашка это придумала. Еще есть такое слово «кентыряемся». Аджима. Ой, Аджима, свисток. Пошли. Ну что, нашли что-то? За ноги его. Игорь, за ноги его. Переворачивай. Что за то, что сам? Вот Ленин, придержи его. Вот болевой на руку. Ой, блин, рука прямая отпустила. Болевой ему, Георгий. А болевой делает, что ты его отпустил? 4 балла и все. Георгий, ты сдался? Да. Молодец, это что сдаваться? Он только 4 балла проигрывает. Если ты 8-0 проигрывал, тогда и сдаваться не надо. Так, Марио, смотри. Перейди к Владимиру. Бутук, иди сюда. Ладно. Если ты устанешь, ты идешь сюда. Прямо, иди сюда, пожалуйста. Ты, вот сюда, к нему. Если устанешь, я тебе поменяю. А ты с Владимиром. Хорошо? Все. Да, Георгий, это тебе не в школе учиться, блин. Георгий, ты хорошо учишься?
Хорошо учишься или нет? Хорошо. Хорошо. Ну так что ты лежишь на спине? Сядь низкий, высокий паттерн. Еще лучше, если ты на него сверху сядешь. И сиди так 4 минуты сверху на нем. Или между ног его к себе затащи и держи все руки и ногами его. Без удушающих. Без. Самбо. Держи, 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 держи. Переходи на удержание. Все, пока нет, но к груди надо прижаться. Здесь к груди. Руку убирай. Руку ему на хозяйство локоть поставь. На хозяйство, на хозяйство. Так, болевой. Вот так, молодец, хорошо. Не отпускай, болевой, надо на руку делать. Или сверху садиться, или сюда через бок. Не отпускай. Георгий, что ты сам себя держишь? Вот если удержание он сделал, тогда да, придержи. Владимир Мате, ушли сюда. Держи, держи его, прижмись грудью вот тут. Грудью к нему прижмись. За ковром. Игорь, за ковром. По самбо пол, половина вышла, все. Последняя минута. Чезар, ложись на спину. На спину. Чезар, на спину. Георгий, делаем удержание. Только не за шею, а за руку и за туловище. За руку и за туловище. За шею не бери. Берем за ковром. Готов? За удержание за ковром. Да, такая борьба. Ходи, Чезар. Встали, пошли вокруг ковра, заправились. Значит, самбо. Не знаю, сколько стоит пульт проживания. Значит, лицей нам дает где-то по 300 лей на человека. Лицей только дает. Это Игорь, это Владимир, это Бутух, это Чеза. Школа ничего не дает. Еще раз. Соревнования это пятница. Нет, в четверг надо уезжать. Вот. Вечером взвешивание, в пятницу первый день соревнований. Вечером взвешивание и в субботу второй день соревнований. Первый 2001, третий, а там 99-й, 2001. Или 2000, смотрите. Какой шаг? Нет. Это будет субботу 89-й. Давайте переспублика. Три соревнования. Такая республика, такая республика. И если там будет проживание очень дорогое, 250 я не поеду. Проезд туда-обратно 40 лей. Питание возьмете свое. Потому что проживание может быть
Остальные деньги пойдут на проживание. Да, и 50 лей стартовый взнос. Так. Две пары на ковер готовятся. Игорь, Влад и Чезаро, Георгий. По самбо боремся. Владимир, нет? А ну, чуть-чуть сюда убери и чуть-чуть сюда. Унгурян, чуть-чуть убери сюда кресло, в эту сторону. Отодвинь к себе. Вот. И Влад... Оп, Владимир, а ты сюда чуть-чуть. Вот так. Унгурян, ну, сюда. Вот тебе. Свисток. Свистишь. Они выходят, жмут отсюда, отсюда, жмут руки, по свинку начинаете, по свинку останавливаете. Готов? 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 Показывай. Они подошли, пожали руки. Готовы? Борется. Вот стоп. Борется. Бросок. На живот. На бедро, на попу, на поясницу. То есть как бы я руки писал что-то. Говоришь. Бал! Не синему красному. А да. Баллы говорю. Ба бала владу. 8-0, 9-1. Это с явным преимуществом. Болевой. Все. Проблем нет. Так, на. Ты стоишь там и судишь. Стоишь, пожалуйста. Нет. Ладно. Что? Нет, вон там стоишь. А, можно здесь, да. Ты тогда здесь стоишь, а потом просто уходишь вот сюда, на середину. Сейчас, одну секундочку. Матей. Сейчас, одну секундочку. Стоп.